следовать какому-то нерыночному, вредному решению было бы глупо для всех, в том числе и для потребителей. В том числе для потребителей, потому что потребители должны осознать, вот будут настаивать на ценах, которые им приятны, если даже они добьются этого, цены уйдут вниз, инвестиции сведутся к нулю, в конечном итоге цены взлетят до небес. Мы просто не будем продавать в те страны, которые такие решения принимают. Мы подумаем, может быть, даже возможно, я сейчас не говорю, что это решение, но подумаем при необходимости и возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+, по известной планке добычи. Вот мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. Я имею в виду сейчас Россию.